это называется Опо. Тоже такой на Опе неизвестный зверь. Тут есть такие интересные мини-баклажанчики. Выглядит как прямо игрушечно. Рядом манго. Идем дальше. Уже огурцы фермерские, рядом окра, разные травки, зелени. Очень удобно в таких упаковках. Салаты тоже в таких упаковках уже готовые покупаешь. И все. Не нужно мучиться. Так. Сейчас уже пойдем к фруктам.